Не так давно наткнувшись на одну из историй в Инстаграм о том, что «Привет, верность» просит всех небезучастных помочь в сборе для животных, ко мне пришла идея, такая мысль, что мы можем тоже помочь приюту «Верность», но комплексом услуг. То есть привести собачек в порядок, те, кто был с улицы, подобранные, грязные, с колтунами. Вот к нам пришел Эмик. Мы ему провели комплекс процедур. Туда входит постригание когтей, чистка глазок, ушек, вычес колтунов. Мы его тщательно вымыли несколько раз, прокондиционировали, высушили, постригли, сделали гигиеническую стрижку, почистили зубки. Он молодец, хорошо себя вел. Я думаю, что с приютом «Верность» мы будем дальше сотрудничать и будем рады принимать ваших собачек. Эта собачка дважды счастливая. Первый раз, когда ее привезли в приют «Верность», покусанная собака, и второй раз попала в шикарнейшую парикмахерскую для животных. Спасибо большое этому салону. Они поучаствовали, я думаю, такую красотку очень быстро заберут, и у нее будет хороший хозяин. Жизнь Эмика налаживается. Он посетил, скажем так, парикмахерскую. Вот, вообще, по-настоящему, это, наверное, не парикмахерская, ну, это грумерская. Вообще, грумер, а не парикмахер. Значит, грумерскую он посетил. Вот, он доволен своим состоянием, ищет дом, ищет своих старых хозяев или новых хозяев. Вот в таком шедевральном варианте. И он показывает всем своим видом, что он доволен жизнью и ждет, пока его заберут домой. То есть мальчишка адекватный, добрый, не злой, прекрасно ладит с людьми. То есть на данный момент приведен в порядок и нуждается в доме, да, Эмик? Вы сами видите, что мечта Эмика осуществилась, только Эмик сейчас по снегу катался, немножко раскорябал себе глазик. Поранил глазик так, что Эмик... На, чуть-чуть об снег поцарапался. Сейчас обрабатывать его будем. Ничего страшного. Сейчас обработаем, да и все.